Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами сделаем очень красивые, яркие, нарядные бантики из репсовой ленты и фоамирана. Бантики делать совсем не сложно, так как мы будем использовать в их изготовлении шаблоны. Здесь я использовала два вида фоамирана: металлизированный и глиттерный. Также я вам поделюсь несколькими секретами работы с металлизированным фоамираном. В длину такие бантики получаются 10 сантиметров. Досмотрите видео до конца, я вам покажу еще несколько вариантов таких бантиков. Ну что ж, если я вас заинтересовала, как сделать такие бантики, оставайтесь со мной. Сегодня мы с вами будем делать бантик с помощью шаблонов. Для этого нам понадобятся такие шаблоны длиной 15 сантиметров, 10 сантиметров и 8 сантиметров. Также понадобится самый маленький размер из наборов для американских бантиков. Также нам понадобится два вида фоамирана: глиттерный и металлизированный фоамиран. Сразу дам вам несколько советов. Для работы с таким металлизированным фоамираном, он, конечно, капризный материал, но изделие из него смотрится очень и очень красиво. Первый совет. Для того, чтобы вырезать аккуратно из нее формы, понадобятся очень острые ножницы. Это первый совет. И второй совет: нужно резать не рывками, а одним движением. Иначе будут видно очень такие прерывистые неровные края, и изделие будет испорчено.